Привет, привет. Давно я что-то не была в прямом эфире. Давно я вообще что-то не была. Где-то. Здорово. Здорово. Привет, Танюш. Я чуть-чуть заболела. Немножко. Как у тебя дела? Да, заболела. Привет, Настя, наконец-то ты с нами. Да, я с вами. Дела не фонтан, но брызги есть. Здравствуйте. Спасибо большое за выздоравливать. Вообще я болею очень редко, но если я болею, то болею конкретно. Надеюсь, это не тот момент, когда конкретно. Таня, что ты смеешься? Пропала долго. Да, согласна. Простите. Я постараюсь больше так не делать. Не пропадать долго. И тебе сердечко, Таня. Львица. Ну, почти. Тигрица. Тигр. Спасибо, Настя. Буду выздоравливать обязательно. Ой, рвили душевные боли. Ну, конечно, ты же не могла пропустить мой эфир. Жизнь сильно изменилась после проекта. Сильно. Сильно. Вообще сильно. Очень сильно. Нет, на самом деле, правда, сильно. Так, Таня, не надо мне писать такие плохие слова в эфире. Пойду и вот что ты там будешь делать. Свои фантазии у себя там оставляй, хорошо. Ну, потому что я увидела твои сообщения. Здравствуйте, здравствуйте. Не могла я, твоя фанатка. Че ты врешь, ты мой самый первый хейтер. Сохрани эфир, хищница, я спать хочу. Хорошо, ради тебя я это обязательно сделаю. Я сохраню эфир. Ложись спать, спокойной ночи. Как дела? Дела потихоньку. Все нормально. Сигна. Я же ответила по поводу Сигны. Зрина, они на кухне там сидят. Я просто чуть-чуть, неважно, себя чувствую. Ань, давай поженимся. Ты про передачу говоришь? Давай поженимся, надеюсь. Привет, я рада, что попала на твой эфир. Я тоже очень рада, что ты попала на мой эфир. Приезжает в Финляндию. О, я, кстати, бы приехала. Я люблю, типа, гонять там по заграницам всяким. Это прикольно. Бывает в разных странах. А что думаешь насчет поста Милос? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Что смотришь? Смотрю «Магазин на диване». Это, мне кажется, это супер интересная передача. И вам всем тоже советую посмотреть. Они тут пинджак продают какой-то. Не очень прикольный. Так, давайте договоримся сразу. На вопрос, кто победил, я не отвечаю. Вы увидите все сами завтра. Дома я. Что на шее висит? Зуб акулы с Мексики, крестик и две ладоньки. С родителями видишься? Да, планирую завтра поехать к маме, проведать ее. Ты в ШК в школе? Уже поздно в школе быть. Время-то сколько?
много. Да, я замужем. Зарина приехала. Ты мне снишься. Надеюсь, не в кошмарах снюсь. Да, я дома, дома уже. Напугай девок. Давайте не сейчас, попозже. Просто, правда, состояние такое себе. Милос красивее, лучше вас троих. А, давайте все здесь посмеемся над этим человеком, кто написал этот комментарий, умоляю вас. Милос красивее. Да, конечно же, Милос красивее. Кто может быть красивее Милос? Ладно, все, до свидания, парень. Пиши Милос такое, я тебя умоляю, мне не пиши. Только сейчас посмотрела последний выпуск, девочки. Так нельзя, я так рыдала. Да, выпуск, правда, интересный, очень прикольный был. Не последний, ну, последний, можно сказать. Если ты последний смотри, то последний. А так это предпоследний. Подушка кайф, выздоравливай. Спасибо, там киса нарисована. Ты супер, спасибо. Игнор, нету игнора. Волосы не собираются в пучок больше. Ну не собираются. В маленькие, может быть, уже собираются. Но я не хочу их собирать. Архангельску тоже привет. Как будто только встала. Нет, как будто я устала и как будто я приболела. Привет из Энгельса. Я, кстати, такое не знала. Позор мне, наверное. Энгельсу тоже привет. Ха-ха-ха, магазин на диване Чизарп. Пинджак, да, именно Пинджак. Да, я играла за ФК Астану. Я Зоря на кухне, я не хочу сейчас вставать и идти показывать. Что за глупости? Ой. А я сказала, а завтра что, среда? Что-то я запуталась уже в днях конкретно. Я, Анюта, за тебя болею. Спасибо большое, мне очень приятно. Сколько лет играла в футбол? 6 лет. 6. Аня, срочно. Что срочно? Да, Анжела у нас тоже на кухне. Показывать не пойду, вставать лень. Когда зайдет в комнату, я обязательно вам ее покажу. Подруга. Что подруга? Позови Зорю. Да успокойтесь, я вас умоляю. Вот неужели вы подумаете, я сейчас такая встану и пойду звать Зарину? Зарине передай, пусть кофту вытащит. Так, Эль, у меня к тебе вообще отдельный разговор насчет утра сегодняшнего. Это пиндос. Я очень разозлилась на тебя из-за этого. Васька Емельянов, я передаю тебе привет. Милос ужасно. Это же мужим ходячий. Ты вот писать сначала научись, я тебя молю. Или ты про Милос? Или ты про меня? Что-то я не выкупаю. Да, Настя, очень странные бывают люди у меня в эфире. Да Милос не дописывается, тут мне пишут, какая она красивая. А мне так это интересно слушать, какая она красивая. Я наслушалась уже. Наша хищница лучше. Блы-лы. Блы-лы.
Милашка, мордашка. Здравствуйте. Покажи Аню и Зорю, пожалуйста. Вы красотки, самые лучшие. Я сейчас встану, вот подлечу прям и покажу. Ага. Коннор тащит. Почему ты часто раньше был в Перми раньше? Потому что я играла против футбольного клуба Звезда 2005. Кто-то запомнился с фан-встречи в Питере? Да, запомнились некоторые люди. Сейчас нравится новая прическа. Да, мне нравится моя новая прическа. Ну, еще, конечно, я хочу покраситься немножечко. А так вообще, в принципе, прикольно. Как ты? Я нормально, нормально. Позови Зарину. Нет. Чего не спишь? Решила перед сном поговорить с вами, чтобы вы мне рассказали сказку. И я уснула со своим тигром. Угу. Ставрополю тоже привет передаю. Ты на потере. Да, я на потере. Завтра четверг. Во, говорю же, завтра четверг. Кто-то меня хотел перепутать. Передаю привет городу Клинцы, Брянская область. Моя Костина. Какой у тебя телефон? У меня телефон Nokia 32-0010. Покажи всех. Будешь завтра смотреть финал? Конечно, буду. Как такое можно пропустить? И вы не пропустите. Финал, это же грандиозно. Это бал, это сказка. Аня, почему не отвечаешь? На что? Какой у тебя рост? Во, это стандартный вопрос. Вообще обожаю его. Мой рост 173 километра. Если что так. Ты с кем живешь? Я Зарина и Аня Горохова. Хорошо, я сохраню эфир. Конор, увидь мои смс. Где? А что у тебя с настроением, Ань? У меня все с настроением нормально. Я просто приболела. Правда. Я тоже разозлилась от твоего ответа. Да? А тебе на что злиться, Эль? Можно вопросик? Вот, я что, какой-то в натуре будильник ходячий? Я тоже отдыхаю, я тоже сплю. В чем проблема? Берите, звоните на телефон ей и будите ее. Ты невероятно классная, крутая, лучшая. Люблю тебя, пожалуйста, передай мне привет. Меня Самира Кузьмина зовут. Самира Кузьмина, я передаю тебе привет. Спасибо тебе за такие добрые, красивые, милые слова. Здравствуй, Аня. Я недавно стала смотреть «Пацанок» именно потому, что увидела вас и других достойных девушек. Вы и Анжела супер. Спасибо большое. Я Анжеле передам, ей обязательно понравится ваш комментарий.
Ты пишешь треки? Да. Я, ну, как треки? Так, немножко. Грандиозные планы на жизнь. С кем больше всех из пацанов, кроме Зарины, общалась на проекте? Да со всеми достаточно хорошо общалась. Кроме Ксюши Милос, конечно же. Ха-ха-ха. Чуть перевалюсь, ладно, на бочок. Блин, мне достала эта фигня. Нет, не так. Не хочу так. И так тоже не хочу. И так. Ладно, все. Пофиг. Оставляем как есть. Я и есть замужем. Конор, ты запала мне в сердце. Ну, вы тоже мне в сердца все запали. Когда трек выйдет? Как только, так сразу я скажу обязательно. Милос и Конор, две красотки. Ну, про первую личность я промолчу, а про вторую спасибо большое. За тебя болею, Конор, Костин, ты огонь, Конор. Разгон только возьми, обязательно возьму. Борьбой 6 лет занималась. Я кандидат, мастер спорта по вольной борьбе. Милос вечно губы надувает. Я знаю, не поверишь. Чмошка, Тимошка. Кто ты, знакомое лицо? Просто это вот комментарий века. Просто. А зачем ты сюда зашел или зашла? Вообще не понимаю, если ты не знаешь, кто я. Макгрегор. По городам когда? После Нового года по городам. Ответь, Конор, ты бомба. О, Шодя, привет. Ты чего пухленькая? Да в смысле я пухленькая? Я не пухленькая. Это я так лежу, у меня щека просто надулась. Блин, третий раз спрашиваю, на какой позиции играл? Вообще я универсал. Я в пляжном футболе играла и на воротах, и мне очень нравится играть на воротах. А вот так вообще я играла нападающим большую часть. Ты кто? Почему тебе столько людей смотрит? А, блин, второй чувак, это кто такие вообще? Как вы попадаете в мой эфир, если вы не знаете, кто я? Зачем вы сюда заходите? Вот, брат, чё, потерялся, что ли, в трех соснах? Ты сейчас где? Я сейчас дома. Nokia ржу. У Милос тоже такой телефон. Я вообще за него очень рада. Как тебе картинка, которую вы уже... Вот, я сейчас покажу. Вон она стоит у меня. Мощная картина. Согласна? Вообще красавчика, не картина. А вот еще озеро с веткой сирени. Эй, покажи всех, когда трек выйдет. Спокойной ночи желаю тебе. Вы все в Москве живете теперь? Ну нет, не все, конечно. Привет, СС Вин С. Выздоравливай. Спасибо большое. В Беларусь. Ну, может быть, как-нибудь я туда заеду обязательно.
Ты развиваешь в себе ведьминские способности? Ну, вообще-то, да. У меня там котел я купила себе новый. Травы, муравы всякие. Вот, зелья, варенье. Сейчас после 12 пойду бодяжить. Какой марки у тебя часы? Это очень часто задаваемый вопрос. Лонгинес. Вот. Блин, не видно. Ну, короче, Лонгинес. Волосы не планирую отращивать. Ой. Хит продаж, помощница. Мультипечь. Там картошечку какую-то такую разрезают, как крошки картошки. Интересно, интересно. Он заказать будет. Вам потом. Вам комфортно жить втроем? Ругайтесь, Конан, ты лучше. Спасибо за то, что я лучше. Нам комфортно жить втроем. Нет, мы не ругаемся. Почему у тебя бутылочки Агуша? Я потому что очень люблю Агушу. Вот. Ой, могу доказать. Ага. Я очень люблю детское питание. Какое направление в музыке любишь? Все люблю, кроме рок, панк, где орут, вообще непонятные песни. Я очень рада тебя видеть, спасибо большое. Можешь хоть раз отвечать, сколько тебе лет? Так, смотри. Чечен 187 Вулф. Если ты зашел сюда, значит, ты, наверное, меня знаешь. Мне 25 лет. Это было написано везде. Оно и видно, когда с бурой дралась, что ты КМС. Да. Это так. Давай поборемся. Ты ведьма? Да. Как относишься к горе? Странный вопрос. Нормально я к ней отношусь. Хорошо. Ты стал какой-то злой. О, нет, конечно, я не злая. Почему я должна быть злая? Твои глаза очень красивые, как виноград. Спасибо большое, человек с Армении. Это супер комментарий, это вообще мощь. Спасибо и тебе сладких снов. Ты принципиально не читаешь мои посты. Какие? ЦСКА чемпион. Класс. Как ты планируешь отмечать Новый год? Не знаю. Одна буду сидеть в комнате. И все. Футбол хотела бы вернуться. Нет, переболела. Аня, давно ты не горела свое хищники, боже, скучаю. Хищники, хищники мои. Хищники, да, хищники. Хищнята. Не пробовала в КВН играть. Нет, но думаю пойти поиграть в КВН. Блин, там какую-то помощницу, правда, продают такую прикольную. Она столько готовит вкусностей. Мультипечка. Угу.
Мы столько раз не танцевали, что ж бичет. Ай да, прям в облака. О, Майя, привет. Да, буду выздоравливать. Спасибо большое, приболела. Отвратительно вообще приболела. Может, пивка темненькая? Не люблю темное пиво. Так себе. Что девочки делают? На кухне сидят, разговаривают. А я пока с вами здесь. Тебя узнают на улице? Да узнают, конечно. Я тебе лягух сушу. Каких лягух? Алло. Костя, когда дралась последний раз? Не помню. Чтоб прям конкретно не помню. У меня тоже такие часы. Я поздравляю, значит, тебе повезло. И ты тоже такой крутой, как я. Как себя чувствуешь? Ну, такой среднячок. Пойдет. Когда будет информация о туре, какие примерно будут города? Информация будет после Нового года, и какие города будут тоже после Нового года. Все будет по красоте, все будет в цвет, не сомневайтесь. С кем ты живешь? Вообще заезженный вопрос. Какой у тебя рост? С кем ты живешь? Позови Зарину. Живу с Зариной, с Саней Гороховой и я. Мой муж Влад Воробьев. Ты не похожа на маму. Ну, не знаю. Спасибо большое, буду выздоравливать. Да, мультипечка. У них там вообще все просто, говорят. Не, если честно, прикольная вещь. Столько делают штучек. Магазин на диване — это вообще очень интересная программа. Они столько болтают, просто столько всего. Тюль недавно продавали. Тюль. Мой царская тюль. Что про нее говорили, что это вообще? Когда люди заходят в гости, они первым делом обращают внимание на ваши окна. Вы возвращаетесь домой, у вас там плохое настроение. Но как только вы увидите свою тюль, у вас сразу поднимется настроение. И жить станет вообще проще. Я подумала, закажу-ка я эту царскую тюль себе. Но не успела. Все раскупили. Все. Да, меня узнают на улице. Я простыла. Угу. Ты всех игноришь. Почему? Кого всех? Я отвечаю всем, ну вот кого вижу. Блин, я пишу тебе, а ты не отвечаешь. Но я просто не вижу твои сообщения, потому что очень много сообщений. Они прыгают, перепрыгивают друг друга, я их... Высокомерная мне написали. Высокомерная мне написали. Вообще, ты кто? Ты кто? Вообще. Когда покажешь девочек? Да я не буду идти туда. Если они придут в комнату, я их обязательно покажу. КВН у тебя получится. Серьезно? Я не знаю, это комплимент или наоборот. Она не игнорит, просто вопросы вверху, только сверху. До вас дойдет через 5 минут. Вот, умный человек. Угу. Просто разложил всю ситуацию на ладони. Спой. Сейчас спою. Я пошутила. Не буду петь. Не то настроение.
скидываемся Ане на мультипечку. Это супер мило. Тут хит продаж. Сейчас я покажу, там хит продаж. Вон, смотрите, сколько прикольных блюд. Одна минута. Ребята, мы не успеваем. Все. Осталась хищница без мультипечки. Под названием помощница. Аня, срочно, какие сладости любишь больше всего? Очень нужно, Анечка. Не знаю, я люблю батончики Несквик очень сильно. Прикольные. Вообще шоколад Несквик люблю. А так, ну, нет, что прям болею сладостями. Ти-бо-бо-ба. А, лягух в котел. Ничего себе. Нет, я не беру лягух себе. Я беру только куриные лапки. В детстве я любила очень смотреть мультик «Том и Джерри». Мне прям он очень нравился. Да и вообще, он, ну, мне очень многие мультики нравились. Я перед школой всегда смотрела мультики, вставала. И прям не могла оторваться от них. Не игнор, Конор, передай привет, молю. Передаю привет, я не игнорю. Жрать захотелось. Сходи, в чем проблема? Очень интересно, передача трасса надо. Влада постоянно в трансляции спрашивает про тебя, он так бесит, забывает. А что у него спрашивают про меня? Где я нахожусь? Покажи Аню. Приедешь в Эстонию, в Таллин. Кстати, недавно был об этом разговор, правда. Прикиньте, съездить в Таллин. Он же недалеко находится от Питера, я знаю. Так что посмотрим. Скучаешь по своему гнезду? Ну, как сказать, было прикольно с ним ходить, я очень любила свою прическу, но сейчас мне тоже очень нравится, правда. Как к Барби относишься? Нормально. Анжела уже приехала к нам в Москву. Передаю привет Виктору. А кто она? Это опять типа про меня пишут? А кто она? Блин, это что вообще? Это кто такие? За какую российскую команду болеешь? Ну, я не то, что сейчас болею прям футболом, но вообще всегда болела за Динамо, ЦСКА болела очень. Ой, мне кто-то тут Татьяна 28 сказку написала. Очень мило, спасибо. Ты правда изменилась после проекта? Ну да, я так считаю. Ну я вообще не могу себя, ну, по чувству своим внутренним. Конечно, я изменилась, я очень много взяла. Нахер гора.
Зачем так писать? Собираюсь ли я в Сочи? Ну, я бы хотела тоже взять этот город и приехать туда обязательно. Детей, да, я бы хотела, наверное, двоих. Двоих-троих. Хотела бы двух близнецов, это точно, мне кажется. Пожалуйста, не пишите мне про Милос и про ее пост, потому что, ну, если я начну за это что-то говорить, блин, можно не остановиться. Я не хочу вот эту грязь разводить, вот это все мне не нужно. Ты похожа на Леди Баг, смотрела? Нет, не знаю, кто это. Да, Анжела у нас. Ну, еще вещи, которые тебе Зорин сшила. Да. Ну, только на такие солидные мероприятия ношу, на селебрити. Анжела уже у нас в Москве. Аня, обожаю тебя, просто невозможно. Спасибо большое, мне очень приятно, правда. В Латвию приедешь? Хотелось бы приехать в Латвию. Передаю привет, Аня Костина, 17, фан. Чё такая злая? Да я не злая. Правда, я просто заболевшая. Привет, привет. Илья. Передаю привет Илье Метелкину. Ждешь завтрашний выпуск? Жду, конечно. Он бывает прям, посылает вообще напрямую. Надругается он. Да, он у меня вообще такой смешной. Такой забавный и милый, не могу. Он меня тут тоже недавно ругал. Конор, где ты? Тебя маленькой крестили? Маленькой меня крестили, да. Да, я верю в Бога. Ну, я не то, чтобы прям каждое воскресенье хожу в церковь, там, нет, такого нету, но я верю в Бога, правда. Как к Буре относишься? Хорошо отношусь. 17 апреля у него ДРВ. Спасибо за ответ, вот за меня, правда, огромное. В Астрахань приедешь? Есть только на рыбалку к вам. Вы часто видитесь с Владом? Не так часто, прямо сейчас. Потому что у него дела, у меня дела. Борьбой я занималась 6 лет, еще раз повторяю. Какой твой любимый цвет? Голубой, наверное. Такой пастельный прям. Вообще пастельные цвета мне очень нравятся. Зарина для меня на проекте стала лучшим другом. Спасибо большое, буду выздоравливать. Ижевск, приезжай еще раз. Возможно, приеду еще раз. Ты милая.
Спасибо большое. Да, я приболела. Приедете в Сыктывкар. Тоже было в планах. Нет, эфир будет недолго еще. Я скоро пойду. Сейчас я смотрю магазин на диване. На проекте у вас было все по сценарию? Нет, конечно, у нас не было ничего по сценарию. Мы не актрисы никакие, чтобы нам давали сценарий. Фенька на шее классная. Да, это с Мексики. У акулы зуб вырвала. В море нырнула, сражались с ним. И вырвала ее маленький зуб. Ну, это если на случай у меня выпадет, то он тоже такой маленький, как мой. Я себе вставлю. Клык. Привет, привет. Если я напишу твой портрет, то в каких красках ты бы хотела себя видеть? Акварель, масло или карандаш? Блин, я даже не знаю. Давай... Извиняюсь, мне кто-то позвонил. Давай на свое усмотрение, честно. Кто мне там названивает так? Ты не хочешь развестись с Владом? Был бы он сейчас тут, он бы тебя убил. Нет, конечно. Ты с Зариной часто видишься? И что тебя с ней связывает? Мы с Зариной, если честно, очень-очень редко видимся, так как мы живем в разных комнатах. Вот, поэтому нам почти не удается видеться, я так скажу. То чувство, когда хочешь спать, но хочешь смотреть эфир ранее. Давай ты ложись спать обязательно, я эфир сохраню, и ты его посмотришь, как у тебя будет свободное время. Кто мне названивает? Вот тут дали правильный ответ про часто задаваемый вопрос. Не нужно лезть в личную жизнь людей. Краснодар. В Краснодар бы я обязательно приехала. Помню тебя в Оре. Но я не была в Оре. Я играла против Ора. Сейчас тоже занимаешься спортом? Ага. На кровати лежу и занимаюсь. Глаза закрываю, открываю, открываю, закрываю. Мексика, первая твоя поездка за границу? Нет, не первая. Я была за границей. В Корее, в Испании, в Таиланде. Где-то еще была, не помню. Ну, Турция 10 тысяч раз, Египет тоже 10 тысяч раз. Спасибо большое и тебе хорошего вечера и доброй ночи. Сохраню эфир. Как тебя зовут? Фиаско, братан. Ну, что это за вопрос? Биби Гуль меня зовут. В Краснодар приеду, обязательно. Кто такой Влад? Он твой брат вроде? Нет, Влад это мой муж.
Нет, это не девочки с кухни звонят. Если бы девочки с кухни звонили, я бы видела номер, что это они звонят. В Казань обязательно тоже хочу приехать, да. Колбаса или шашлык? Шашлык. Вкусный. Такой прям мышный. Сочный. Аня тут про мужа говорит. Вот, Настя, видишь? Ну, видишь? Ну, вот, понимаешь? Ситуха вообще такая. Каково быть такой красоткой? Ути-пути! Как это мило, спасибо! Привет, что у тебя вот тут? Это я только что почесала. У тебя муж есть? Да, есть. Так, 8-961-027. Кто мне звонит? Эля, передаю привет Людмиле Петровне из Рязани, Зинаиде Игнатьевне из Челябинска, Зое Федоровне из Подольска и Айгюль с Свиблова. Да, пятно около вот шеи, это я почесала, расчесала немножко. Все, не надо смотреть. 5-горскую 5-ку отбиваю. Что означает 17? 17 это мое число, любимое, счастливое, обожаю его. Вообще жить без него не могу. Как без мяса и колбасы. Так, мне звонит теперь другой номер. Кто это? Хватит мне звонить, потому что я веду эфир. Вы же это видите. Я уверена, что звонят именно с эфира. Чё, Эля, смеешься? Не смешно. Сейчас я еще адрес твой назову. Ладно, давайте будем закругляться. Выпьем с вами на дорожку. Чокнемся. О, это шикардос был. Как в сказке побывала. Что-то я проголодалась, если честно. Ты супер. Мне прислали сообщение. Ты супер. Это кто-то отсюда, с эфира. 951 номер. Кто ты? Кто ты? Все, давайте будем с вами прощаться. Будем желать друг другу спокойной ночи. Сладких снов, бейба. Давай не болей там. И тебе, Настя, спокойной ночи. Не буду болеть. Пока, тигренок. Пока-пока, тигрята мои. Пока-пока. Пока-пока. I love you, малыши. Хищники мои, хищники. Обняла вас всех крепко. Love you. Бебики мои маленькие. Все.